И всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас первый взгляд на игру Клейкен Гилд. Так, русского языка, естественно, у нас здесь нету. Так. Хорошо. Вижу сразу магазин здесь. Что мы еще видим? Мы видим, короче, какое-то дерево. Это называется Кликен. Собираем мальчики. В общем, убиваем разных зомбарей, убиваем злобных грибов, убиваем каких-то огров. Так, а стоп, а что мне дают эти фишки, которые я нахожу? Чё-то непонятно. Даже открыто достижение у меня какое-то. Вы посмотрите на этот грибок. Просто дохлый какой-то мухомор. Ты, сундук. Какой-то сундук. Вау. А здесь внизу нас показывают, сколько нам нужно уничтожить. То есть 6 из 10. А мы убили. Так, ну а последний, я так понимаю, это босс. Да, ребят, так и есть. И нам дается определенное время на этого босса. Нам давалось, по-моему, 25 секундочек. И за 25 секунд нам нужно было его убить. В принципе, больше, ребят, показывать нечего. Стандартный кликер и все. Просто кликайте и убивайте. Всем удачи, всем пока.